Он забрал панду, даже не спросил ее, хочет она, не хочет. Может быть, ей там не понравится. Не уважаешь чужое мнение! Чье мнение? Мнение панды? Да! Ты посмотри, как здесь ей комфортно! Видишь, она со мной здесь катается! Она не помещается даже в лодку целиком, у нее вон голова сейчас перевесит, она в воду нырнет! Если бы ей было некомфортно, она бы уже давно нырнула, а так она катается, смотри, она смотрит вперед, в далекое будущее. Она понимает, что мы ведем ее домой, будем усыновлять. Она познакомится с нашими другими детьми, и Пашка, Сашка, Наташка, Машка, Степа, Маргарита, Мастер, Чебурак, Милка и все остальные. Большая многодетная семья. Ей жить негде будет, как она там без бамбука, без домика, без своего? А вот это, Екатерина, по поводу этого не беспокойтесь, ей будет где жить. Где ей будет жить-то? Вместе с кошкой, что ли? Ёперный театр, это что? Милка, ты как там оказалась? А ты что там делаешь, дуремонт? А ну давай выходи оттуда. Это для Анатолия. Для панды Анатолия. Ты-то тут при чем, не могу понять. Вытаскивай ее отсюда. Она везде лезет туда, куда не надо. Вот, ты переживаешь, где будет жить панда. Вуаля! Анатолий? Да, Анатолий. Толик. Анатолий. Анатолий. Я промолчу насчет имени, но ёперный театр, у нас дом с тобой хуже, чем у этой панды, ты когда успел-то? А, ну вот, кстати, ребят, я уже вернулся в Новосибирск, как видите, пока Катюха там спала, потому что у нас погода за окном, ну такая себе дождина, в сон клонит каждый раз. Я построил тут вот небольшой такой загончик, здесь у нас и водичка есть, здесь у нас и, ну, то, чтобы у панды задница не намокала, когда дождь будет идти. Здесь у нас и куча бамбука, и фонари, и освещение, и даже водоросли в воде, и даже цветочки, ну реально, вот даже у панды дом лучше, чем у нас. Тут цветов больше, чем ты мне дарил за всю жизнь. Неправда, я тебе каждый год цветы дарю на день рождения. Каждый год? Ну ладно, иногда чаще, чем раз в год. Я вообще цветы каждую неделю дарю, она просто преуменьшать очень сильно. Да, да, видели бы вы сейчас мою вебку, меня точнее, видели бы, вы бы все поняли. И сейчас и все опять в комментах напишут, Эдисон, где вебка Кати, ты же обещал, да, мы обещали... Ой, извините, я не хотел. Я обещал, но тогда, когда мы наберем 100 тысяч лайков на любой серии выживания. Мы набрали лайки, мы не набрали лайки, ну вот и не просите вебку. Наберем лайки, да, Катя, тогда и будет вебка, давай. Ну да, 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 это, кстати, верно. А черепахи? Ну вот ты панду, конечно, любишь, а черепахи? Посмотри, сколько у них воды. Вот. Им и больше вода нужна. Подожди так, я тебе как раз-таки сейчас предложу перевести черепах туда вместе к Анатолию. Давай. Как вам такая идея? Мне кажется, черепахи вместе с Анатолием, вместе с Милкой тут, ну, будут жить, дружить и не тужить. Да, а здесь песочком засыпем и поставим сюда Степана. Во, Степана? Ну или давай лам сюда. Давай лам, вот реально, здесь ламы будут. Короче, иди сюда, Анатолий, давай загоняем Анатолий, иди сюда. Как его вообще сюда заманить? Да не корми ты его, ну, он еще домой даже не зашел, то он уже здесь. Давай иди сюда. Пусть покушкает после стресса такого. Какого стресса? Давай, заходи. Пойдем. Толик. Бамбук. Ой, смотри. Сюда. Вот, бамбук. Мне кажется, Анатолий здесь не пролезет, поэтому давай мы ему сделаем пошире проход. Да хватит, я опять его накормила. Я не кормила. Вот, давай, дорогой, не корми его. Сюда. Вот бамбучок, вот там валяется, Давай. Ой. Да уйди, уберите бамбук из руки, чтобы он за мной шел. Анатолий, давай. Вот сюда, еще ближе, сюда. Вот сюда, Анатолий, вот здесь. Ага. Давай, я срублю вот этот бамбук. И вот кушай, давай, Анатолий, держи. О, закрываем двери, закрываем. Милка, ёпка. Да, выходи, да, оставь ты эту Милку, давай. Пойду кошку домой заведу. Давай. Ну как ты там, Толечка? Нормально? Захочешь кушать, проси. Ну или руби любой бамбук, он весь твой. Ля, ну смотри, наш город набирает прям краски. Вот реально, как круто стало, когда ты выходишь из дома и видишь вот такие огромные столбы бамбука. Ну, запрыгивай, дура.
Алло, ты чё, как с кошкой обращаешься? А чё она? Я хочу, чтобы она дома была, это домашняя кошка. Заходи. Она водонепроницаемая кошка. Видишь, она любит в воде находиться. Пускай там находится. Ой, как с тобой сложно жить. Смотри, берешь удочку, засандаливаешь на кошку, смотри. Опа! Подожди, сейчас я ее вытащу. Во! Это тебе лайфхак, Катюх. Ну, все, давай, 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 сюда, 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 в комнату, в комнату, в свою комнату. Да она вниз шандарахнулась. Ну, Милка, ну иди ты сюда, да я сейчас тебя опять ловить буду. Не на... Ага. Ага, вот оно как, да? Вот, сиди. А, ну и все. Вот это... Кто сюда вообще кровать поставил? Я. Ну все, это кровать для Милки тогда будет. Все, ты здесь живешь с этого дня, Милка, пошли. Так, все. Панду решили проблему ее, точнее, пандовские. А, теперь берем черепах в руки. И перетаскиваем вот сюда, быстро, бегом. Давай, Сашка, ну или Машка, или вообще Наташка. Давай, давай, еще чуть-чуть, давай мы хотя бы одну затолкнем. Если она, конечно, сюда залезет. Я пытаюсь еще, вот вторая пошла. Подожди, подожди, со второй я еще первую даже не за... О, первую затащил, все. Давай, вторая, подожди, вторая подожди, на подходе. Давай, давай, вторую, сразу тащи третью. Переезжаем чудо, в этой серии. Да, переезд, великие переселения, великие переселенцы. Толкай. Толкаю. Давай, подожди, не в ту сторону, вот сюда. И давай последнюю там Наташку. Давай. Вот реально это непослушная прям какая-то очень. Давай. Так, опа, почти. Плюс один, давай, Катюха, давай. На. Я тебе помогаю, давай. Опа. И внутрь, и все семейство снова. Ура! Удочку на родину. Держи. Ля, какая красота, ёхады-бабай. А вот это все можно, да, закрывать, это вообще можно будет разрушить. Или не-не, все же в следующей серии мы сюда ламп перегоним. Да. Почему бы и нет ламы? Скоро вы не будете сидеть в лодке, как бомжи. А будет у вас собственный дом. Нургамет, Мургамет и Хабиб, или как их там? Да фиг знает. Катюха, наша фирменная песенка, давай семейную, давай на счет три. Раз, два, три. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому трудно на свете жить одному. Знаю. Верю, птицами считаю, только те, которые летают. Все, хватит. А куда мы пойдем? Да. Эта песня никогда не устареет, и наша музыкальная пауза во время путешествия посередине океана тоже никогда не устареет. Ну скажи же, куда мы сейчас отправимся с тобой, Екатерина? Ну так обратно в джунгли за попугеями. За попами геев. Ну, за, в смысле, за поп... Попугаями отправимся. Да. Какие цвета попугаев есть? А, красный, желтый, зеленый, синий. Я не знаю, может серый какой-то есть. Я себе хочу красный. Красный я красивый. Синий. Я ну, хочу синий. Если найдем. Слушай, смотри, так у нас тогда получается снова будет пара животных. Надо заранее придумать им имена. Я назову своего попугая. Смотря на сколько это девочка будет или мальчик. Я не. Ну смотри, у нас есть такое Мастер и Маргарита. Может, назовем там Ромео и Джульетта? Может нет. Тогда Рома, Юля! Русская версия Ромео и Джульетты. Давай! Слушай, а может Отелло и Дездемона? Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Будет попугай у другого попугая каждый вечер спрашивать. Не, я за Рому и Юлю, только чур, у меня будет Рома. Почему, а у меня Юля будет? Ну так у тебя красненький, а у меня синенький. Ну так это, и что? Из чего ты взяла то, что все Юли на этой планете выглядят как красные? У нас в комментах есть Юля? Вот ты красная? Нет. Что за стереотипы-то такие? Ну я не хочу Юлю, я хочу Рому. Иди поплавай! Молодец. Мистер Крипер. Ага. Здравствуйте! Как мы давно вас не видели, ёханит бывает. А мы что, не спали? Ну, я не знаю, сколько лет мы уже не спали, но мне кажется, как я вижу, очень даже... На, собака! Очень давно не спали мы. Ты смотри, как я его подстрелил. Давай! На!
Ты смотри, как кошмарит дай нас. Дай мне убить. Оп. Ой. На! Ну подожди, дай мечом шиндарахну по его башке. Оп. Опа! О-о-о. Сразу минус два. Надо почаще спать просто. А у меня А почему ты голой бегаешь, а? Подбери, пожалуйста, мой меч. Я там меч обронила, вот где крипер. Я тебе спешу расстроить, твой крипер взорвал твой меч. Это был меч на починку, на эффекты, на там, на все подряд. А вообще. Зачем ты выкинула меч до того, как взорвался крипер, Кать? Я нажала не вперед кнопочку W, а Q, и он выбросился. И все, до свидания, нет здесь твоего меча больше. Ну в смысле? Очень замечательно выбрасывать меч тогда, когда возле тебя крипер. Кто делает клавиши Q и вперед рядом? Майнкрафт! Типа, блин! Майнкрафт! Типа я бегу и рядом могу случайно нажать падает. И когда он выпал, он сорвался. Ну все, ну нет твоего меча, ну все, вот. У него меч был на починку, у него меч был на остроту. И вот он да только... Там все были, там все на удачу, на добычу, на все подряд. Какой меч на удачу не бывает, и на добычу. Ну на добычу. У тебя не было на добычу. Какой надо быть лохопецкой лохопутиной, чтобы выкинуть меч за секунду до того, как возле тебя взорвется мистер Крипер? Я расстроена. Ну согласен, если бы мне мистер Крипер взорвал мой алмазный меч на добычу остроту, я бы тоже расстроился. Но мне нечего расстроиться, не мой же меч взорвали, а Катин. Поэтому я-то тут почему буду расстраиваться? Эй, отдай мне свой меч, как я теперь буду убивать всех? На лопату. Вот лопатой будешь всех убивать. Ну как я без меча теперь? Ну скажи, пожалуйста. Ну вот ты не мог подобежать и забрать у крипера я меч? Я был в 30 метрах от тебя. Ты еще давай опять меня обвини. Я в твоих бедах, женщина. Виноват каждый раз. Да? Ты не спас мой меч. Ты знал, какой он. Какой он? Я не знал, какая ты. Ты ставил меня специально под крипера, чтобы я взорвалась, да? Это я нанял мистера Крипера. Он к тебе подошел, заставил тебя выкинуть меч, ты его выкинул и потом взорвался, да? Ну вот мы все и выяснили. Вот мы все и поняли, как оно все было. С лопатой ходи, каждому по башке валяй, все. Фу! Сделай мне железо. Фу! Я вот сейчас возьму этот трезубец, возьму трезубец, и до свидания, ёханый бабай, ты меня еще будешь обвинять, то что это я виноват? Да пошла ты в задницу! Ладно, я переборщил не в задницу, давай хотя бы в попку. Вот это уже обидно было. А мне обидно то, что моя девушка мне не верит, и мне говорит то, что это... Это как сейчас так получилось? Не с лопатой ходи, с деревянным мечом ходи. С деревянным? Ты не мог мне хотя бы железный? О, кстати, я же реально мог железный скрафтить. Ну, походишь пока с деревянным, потом заслужишь, сделаю тебе нет, железный. Нет, я его выкидываю. Вот так. Ну и все, я ей подарки делаю, она мои подарки выбрасывает. Вот, все понятно. Да ты мог бы мне хотя бы реально железный сделать, ну или там каменный, ну или деревянный, это же совсем, ну... неуважение какое-то. О-о-о-о! Иди сюда, Катюха, иди сюда. Подожди, я запуталась в бамбуке, подожди, где ты? Я слева, вот здесь. Ты смотри, там еще одна пандочка. Ну, мы эту точно не будем брать с собой. Слушай! Нет! Слушай, мы... Нет! Слушай, подожди, ты перед тем, как сказать нет, послушай меня хотя бы. Мы же можем взять вот эту панду домой, из тех двух панд сделать третью маленькую. Ты в своем уме? Три панды. Ты прикинь, домой мы повезем только две панды, а третья сама по себе возьмется. А? Она, мне кажется, она не против, она так на нас смотрит. Как выйти отсюда? А что тебе не нравится? Как выйти из игры? Я вообще в шоке, ты хочешь зоопарк там сделать реальный? Ну ладно, все, мы ее покормили, давай потопаем. Хорошо, короче, давай найдем хотя бы двух попугаев. Зачем хотя бы одного. Ну хотя бы одного, да. В принципе, зачем мы и отправились сегодня в джунгли. Это прикольный звук.
Опа! Я услышал, иди сюда! Бегу! Здравствуйте! Си, голубой, это мой, я хотела голубого. Катя, я украинец, он похож на флаг Украины. Как его приручать? Еще корми. У меня нету больше. Стой здесь, не выпускай его из вида. Не выпускай. Ща найдем. Дайте пшеницу, вы что, жлобы-то такие, не могу понять. Давай быстрей. Да подожди. Я не хочу. Он такой красивый, как раз о таком я и мечтала, пугая. Бери. Бери оптом. Они не берутся. Вот. На, кушай. Ты смотри, какой ненасытный, Йохан. Он... С 39-го раза приручился. Так, подожди, у меня кончилась пшеница, и он ничего мне не говорит. Он переручился, последнюю пшеницу, у него сердечки появились. И что теперь, он за мной будет теперь ходить? Стань над ним, стань его и нажми... Все, нажми Ctrl-F5, нажми Ctrl-F5. Ctrl-F5? Он у тебя на плече сидит. Какая прелесть! Ну все, теперь ищем красного. Все, сейчас главное смотри, да, чтобы он оттуда не упал, потому что ты его потеряешь. Пошли. Маринка! Опять ты, Кать, скажи своей подруге, что она здесь забыла посередине ночи? Марина! А я не могу даже драться ни с кем, у меня меча нет, Роман. То, что у тебя нет меча, это ты виновата, а не я. Давай ко мне, чувак. Давай. Давай, вот, молодец, давай к мамину. Эй! Ага. Давай ко мне. Я понимаю, что ты хочешь... Не признал маму, улетел в другую сторону. Ну, в принципе, ну летит. Не быстро. Вообще не быстро. Прям очень-очень не быстро, но летит. Ладно. Чувствую то, что я долговато буду. А нет, не чувствую. Я уже нашел попугая, но только он серый. Серый? Он серый, он не красный. Ты почему серый? Стань красным. Давай покрасим его в краску. Как? В краску? Из баллончика с краской. Вон у нас в коридоре там стоит баллончик с краской. А мне интересно, а попугаев можно красить как ошейник Милки и Чебураку? Мне кажется, нет. Катя, он не красный, я хочу красного. Тихо, ну-ка не ныть. Он выбрал тебя, это твой сын. Неважно, какого он цвета, детей нужно принимать. Фига ли он меня выбрал, он улетает от меня. Кто тебе сказал то, что он меня выбрал? Бери серого и иной. Давай, не выпускай из виду. Самое главное, не выпускай из виду его. Хорошо, да красивый попугай, ты чё? Серый. Серый с жёлтеньким хохолочком. Они хотят дружить. У меня с хохолочком, а у тебя хохол. Ну прям полностью украинский. Ну, я как бы тоже украинец, да, я родился в Украине. Ну, посмотрите, какой у него красивый. Ну, то есть все же ловить, да? Лови скорее. Я вот пока какао-бобы соберу. Да ты оборзел, что ли? Да меня мама даже в детстве так не кормила, как я тебя сейчас кормлю. Заколебал. Посмотрите, сколько им жрать-то надо, ненасытные вы наши. Иди сюда. На. Она потом, это девочка, это Юля. Она Юле все много едят. Юля, у тебя, у меня Рома. У меня Рома. Это кто так решил? Я же сказала, у меня Рома будет, у тебя Юля. У меня еще и баба. Девушка, в смысле. Не обзывайся. Давай. Хочет. Ты посмотри на нее. Ты же понимаешь, что я тебя сейчас накормлю, приручу и больше никогда в жизни кормить не буду. Нет, она красивая, она мне нравится. Цвет мокрый асфальт. Самое главное, чтобы Роме нравилось. Они как бы же вместе будут встречаться там. Вы будете встречаться? Ром, ты будешь с ней встречаться? Неужели? Все? Он будет встречаться, подойди сюда. Ну сейчас, я не знаю, сейчас с Ромкой переговорю, подожди. Что говоришь? А, он говорит, нет, не будет. В смысле не будет? А зачем я ее тогда ловил? Да ладно, пошутили. Ну, целуйтесь. Соситесь, точнее. Подожди. Да стой ты на месте! Что ты делаешь? Я пытаюсь их свести между собой. Это не так делается. А как это делается?
Ну вот точно, не вот так вот. Ну смотри, зато твой подходит к твоему нагруднику, моя подходит к моему шлему. Видишь, как все срослось. Срослось, все срослось. Ну как там твой? Не вылазит больше? Отлично, сидит, да, на месте. Юлек, ты как, Юлька? Моей тоже вроде все нравится. Вот. Юлька отвернулась, я сейчас подплыву, подожди, подплыву лицом к ней. Ну-ка, смотрите. А? Отворачиваются друг от друга, тупицы. Ладно, поехали. Да, нормально, они первый день знакомы. Подожди, а в какую сторону нам плыть? А вот туда вроде. Они первый день знакомы, да все будет с ними нормально, подружатся. Сейчас познакомятся с нашими другими детьми. Юлек, пошли, Юлька, а как... Как их теперь, лодку ломать? Он гавкает! Я первый раз слышу, чтобы он гавкал. Ты дуреванда! Или кто гавкает? Да он, твой гавкает, Рома этот гавкает. Ты чё, дурак? Сейчас у меня два чебурака будут. Один настоящий, другой чебурак-попугей. Я думал, это чебурак нас встречает. Я уже офигела. Пошли. А сломай мне тоже лодку, я боюсь... Да я же говорю то, что они подружатся. Все, давай тогда оставим их, пусть у них будет небольшое свидание. Да, первая там совместная ночь, пускай они здесь вот. Видишь, Роман уже засматривается на нее. Это Юлька такая кобыляка смотрит в другую сторону. А Рома там уже свои крылья подкатывает. Ну вот пусть вот он их подкатывает, а мы пойдем. Я не знаю, кого мы здесь поселим, но кого-то мы поселим в следующих сериях 100%. Сейчас, Катюха, на этом мы, наверное, уже будем заканчивать, да? Мы свою миссию на сегодня выполнили. Да, миссию-то мы выполнили, но только вот я лишилась меча, к сожалению. И вместо новых сапожек у меня будет новый меч. Звание «Самый большой лохопутский» сегодня достается вот этой молодой женщине, Екатерине. Да, это я. Здравствуйте. Да хватит гавкать. Пока попугаи гавкают, пока попугаи мяукают, мы вам всем говорим огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!